Все, запускаю. Встречайте, Артур, Schmidt, синий угол ринга, команда Париж Юнайтед, the blue corner, the team Paris United. И с радостью хочу представить второго боксера. Ziyodulla, Hadiyatullaev. А тем временем сыграли Артура Шмидта. Золотая медаль Кубка Брандербурга, Франкфурт, Германия. The gold medal, Brandenburg Cup, Frankfurt, Germany. The 2008. Артур Шмидт провел 15 боев. Рост 168 сантиметров. 25 лет. 260 с половиной килограммов. Хадиятуллаев, Ziyodulla. Узбекистан, команда Кремлевские медведи. Четвертый в мировом кадетском чемпионате. Ливерпуль, Англия. Октябрь 2005 года. Что? 21 год. Вес 58.9. One, you give punch and then move around. Take your time. Move around, time. One, two. Yes, yes, yes. Поприветствую наших девушек-черлидеров, которые поддерживают нашу команду Кремлевские медведи. Seid zu weit! Bonjour.
spreche mit dir auf Deutsch. Das wird besser. Fuß immer zur Seite. Okay? Komm zu ihm. Stop!
Yeah.
aber siehst du, wenn du gehst mit links jetzt, bist du immer unordentlich. Yeah.
Итак, со счетом. Judge number one, судья номер один. 46-49, 46-49. Judge number two. 46-49. 46-49. И judge number three. 45-50. 45-50. Единогласное решение. Юрибайна вас. Слишком много бумажек, надо ничего. Unanimous decision of the judges. Победил. Артур Шмидт. Команда Совершенатель. The Blue Corner. Короткий комментарий. Артур Шмидт и его короткий комментарий к сегодняшнему бою. Артур, скажите прежде всего, не первый раз уже бьетесь с этим соперником. Что-то изменилось сегодня в тактике, может быть, в подходе к бою? Нет, сегодня второй раз с ним боксирую. И последний раз бой остановили, то что мы друг другом головой стукнулись. Но это бывает, мы всегда в каске боксируем, а теперь в рейтлинге без каски. И поэтому то, что еще не настроены как профессионалы, и стукнулись головой. И первые два раунда, то, что он вел, за это бой победил. Хотя у меня манера была вперед идти и потом третий, четвертый, пятый взять. А сегодня я думал, ладно, не буду вперед идти, лучше он всегда встречает. Думаю, да, я буду его встречать, возьму его, эту манеру сломаю. И как видите, получилось, и даже хорошо получилось. Я рад. И что еще хотел сказать? Я хотел передать большой привет домой, потому что дома папа, мама, все за меня болеют. Папа, мама, мы все с Казахстана, живем в Германии. И то, что вот сейчас в Москве боксирует для папы, особенно это для него, как сказать, как раньше Советский Союз, и мы с Казахстана. И он думает сейчас вот в Москве, они сейчас... Отрада тоже... для него, безусловно, да? Артур, скажите, а можно вас причислить к российской школе, к советской школе бокса? Конечно, у меня и в Германии у нас национальный тренер немец Владимир Плетнев. Он сам с Магнитогорска. И у нас тоже школа русская, мы-то тоже с Казахстана, Советского Союза, как-никак. Спасибо вам большое, с победой. Вам спасибо. Кремлин Бэрс! Отлично, еще лучше, но мне нужно больше!
Kremlin Bears! А теперь давайте все это сделаем под ритм. Договорились? Kremlin Bears! 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 And win by Artur.